короткая съемка о том, какой у нас чердак в процессе его работы. Сегодня прибрано и нет такого количества опилок и всякой всячины под ногами, под руками, везде, где только может быть. Это у нас та часть отделки потолка в виде мореного паркета, скажем так, получилось очень даже замечательно. На самом деле это порезанный вдоль, хотел сказать, плайвуд, фанера, чтобы было понятно, вот она лежит. Это не та фанера, это оригинальная. Потом поменяли само дерево, это у нас береза на потолке. Вот. Просто распускается это дело на равные ширины полосы. Вот она лежит, стоит точнее. Это образец, он очень темный получился. Какая-то бразильская береза. Совсем не похожая на российскую. Ну, написано, что береза. И вот, в принципе, с задачей справились именно так, как хотел хозяин. Парни молодцы. Очень даже nice. Очень. А я тут занимаюсь ерундой. Сегодня воскресенье. Нашел теннисный стол. Там валялся в шкафу. Сейчас я его соберу. А ракетки нам уже прислал Amazon. Посмотрим. Вот такое кино.